За сутки в стране выявлено еще 302 случая инфицирования. Под подозрением на COVID-19 находится почти 200 тысяч человек. Количество заболевших коронавирусом в нашей стране продолжает неумолимо расти. За минувшие сутки медики выявили еще 302 новых случая заражения опасной инфекцией. Общее число пациентов выросло до 1836 человек. С начала пандемии жертвами заболевания стали 9 человек. На сегодняшний день 32 пациента в разных регионах находятся в тяжелом состоянии. Оперштаб отмечает, что больше 25% пациентов с COVID-19 заразились контактным путем уже на территории России. Раньше подавляющая масса заражений была связана с перемещениями по миру. 212 новых заболевших оказались в Москве, еще 7 в Московской области. Большинство новых пациентов в столице – это молодые люди возрастом от 18 до 40 лет. В 17 случаях вирус подхватили дети. В Коми инфекцией заразились 15 человек, в Санкт-Петербурге – 8, в Бурятии – 5. 4 случая зафиксированы в Архангельской области, по 3 – в Белгородской, Кировской, Псковской областях, а также в Дагестане и Адыгее. По 2 больных оказались во Владимирской, Ивановской, Рязанской, Вологодской, Ленинградской, Мурманской, Саратовской, Челябинской областях, в Пермском и Красноярском крае, в Кабардино-Балкарии и Марий-Эл. Еще по 1 случаю выявлено в Калужской, Липецкой, Тульской, Калининградской, Иркутской, Оренбургской, Новосибирской областях, в Калмыкии, Хакасии, Алтайском крае и Ставропольском. Почти 200 тысяч человек находятся под наблюдением врачей с подозрением на коронавирус. В Москве ввели режим всеобщей самоизоляции. Начиная с сегодняшнего дня, 30 марта, жители столицы не должны покидать свои квартиры без острой необходимости. По этому же пути пошли власти Мурманской и Калининградской областей. Тем временем в Крыму возбудили первое уголовное дело против нарушителя самоизоляции. Из-за несознательного гражданина заразился медицинский работник. Российские ученые заявили об успехах в разработке препаратов от COVID-19. Медики подготовили 3 средства от коронавируса, одно из них было испытано на людях. В Москве введены крупные штрафы для нарушителей карантина. Сумма составляет до 1 миллиона рублей.